Однажды мне, значит, звонил какой-то начальник радиотелевидения нашего и сказал: вы знаете, у вас в эфире прозвучал мат. Я говорю: ну что вы говорите, это маловероятно. Он говорит: я сам слышал. Я говорю: это как, что было? Это было там, значит, интервью с Костей Кинчевым в 4 утра. Я говорю: вы сами слышали в 4 утра? Вы слушаете мою радиостанцию в 4 утра? Он говорит: ну так получилось. В результате мы с ним даже увиделись, и он оказался приличный мужик, который, я говорю: ну бывает, вырвалось, но в 4 утра, ничего трагического нет. Он говорит: ну постарайтесь, чтобы больше не вырывалось.